И всем снова доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас будет обзор на следующую модельку от фирмы Norton. Называться они будут Terran Smith. Размер я взял 44, ценник у них 7000 рублей. Верх выполнен 60% текстиля и 40% синтетической кожи. Данная модель — это высокие полуботинки. Данные полуботинки имеют климатическую мембрану, которая защищает от проникновения влаги внутрь и отводит пары пота от ноги наружу. Также здесь используется Support System. Это система поддержки задника. То есть задник здесь довольно-таки хорошо фиксируется, как вы можете видеть вот этой вот частью. Маркировка Waterproof, мембрана, как я сказал, и 200 грамм современного флисового утеплителя по всей длине ботинка. Соответственно, как мы можем видеть, маркировочка тоже имеется. Insulation 200 грамм. Шнуровка круглая. Данная модель рассчитана на сезон зима, то есть по температурному режиму от 0 идет до минус 20 градусов. Данная модель проклеена. Качество проклейки сейчас я вам покажу. Качество проклейки очень даже неплохое, как мы можем видеть. Давайте рассмотрим подметку. Подметка у данной модели выполнена из прочного износостойкой резины. Называется она Winter Grip, имеет маркировку Norton Winter Grip, о чем свидетельствуют вот такие вот боковые грунтозацепы, как у автомобиля. Сама резина довольно-таки мягкая, и это на самом деле плюс. Скользить не будет. Чем мягче резина, тем лучше она схватывается со льдом и с мокрыми поверхностями. Также в данной модели используются небольшие шипики. Вот в этой части. Их, не знаю, видно вам будет или нет, но они есть. То есть тут такие небольшие резиновые шипики. Подметка, друзья, хорошая. Хорошая подметка. С точки зрения сцепления скользить они точно не будут. Также, как мы можем видеть, здесь используется мыс, защита мыска, довольно-таки резиновый бампер, это хорошо, но он приклеен. Сам материал полиэстера довольно-таки плотный. Также в этой модели имеется клапан полуглухой, что защищает от попадания снега, влаги. Сзади имеется петля для снятия. Хочу заметить, очень много сейчас приходит людей, которые покупают обувь на СВО, специальную военную операцию на Украине, и многие берут вот эту модель, спрашивают, чтобы я порекомендовал. Рекомендую вот эту модельку. Есть еще высокие модельки, ботинки с калошей. Многие берут. Уже одел ни одного бойца. Вот в нашем магазине приходят, берут термобелье, перчатки, шапки, все, что нужно, балаклавы, то есть полностью одеваются. Потому что, ну, в армии выдают так себе снаряжение, одежду именно, да, вот, именно уставную, там берцы, бушлат, и какие-то там тельники, то есть, ну, а вот, что касается удобной практичной обуви, теплой, то идут спортмастер, да, даже за рюкзаками, друзья, идут, рюкзаки берут, то есть, очень много людей, вот, приходят именно одеваться на специальную военную операцию. Могу рекомендовать эту модельку на СВО. Сезон осень-зима 2022, друзья. Моделька неплохая. Довольно-таки удобная, комфортная. Ну, опять же, сейчас я их померю, друзья. Давайте я их померю и посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Погнали мериться. Thank you.
Ну что, друзья, сами видели, как смотрится моделька на ногах. Что хочу сказать по плюсам. Резина сразу, подметка. Чувствуется, как скрипит по полу, поэтому довольно-таки мягкая, цепляться будет хорошо. Также в этой модели используется климатическая мембрана, это второй плюс. Нога не промокнет, будет чувствовать себя комфортно и удобно. Третий плюс – это ширина колодки. Ширина колодки здесь средняя, даже чуть выше средней. Поэтому если у вас нога широкая, то эта модель вам в принципе зайдет. Можете взять на полразмерчика побольше и будет вполне адекватно. Теплота. 200 грамм утеплителя, ну у флисового это да, до минус 15-20 градусов. С учетом теплого термоноска данная моделька потянет. Ну и конечно же, друзья, клапан. Клапан — это наше все. Могу спокойно рекомендовать эту модельку для специальной военной операции. На Украине многие берут, как бы, как вариант, да, можете рассмотреть. Вот. Смотрите, друзья, всем, кому понравилась данная моделька, заходите в магазин Спортмастер, меряйте, при желании приобретайте. Ссылочку на покупку я обязательно оставлю в описании к этому видео. Если вам понравился мой обзорчик, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И увидимся в следующих видео, друзья. Желаю всем счастья, любви и хорошего настроения. Всем пока-пока.